Fable. Мы не можем оставить ее здесь. Ну, мы можем забрать ее домой, если ты так хочешь. Я позабочусь о тебе, как о своей собственной дочери. Красивая прическа. Только, пожалуйста, одень форму. У вас же все-таки дресс-код, все дела. Ой, да кому какая разница? Всем пофиг. Может, вы что-то хотите сказать мне в лицо? Конечно, ты поехавшая уродка. Уродка. Лучше вали отсюда и приведи себя в порядок, пока я не нашла тебя после школы. Еще один одинокий день. Пора идти на занятия. А где учитель? Опаздывает. Ладно, понятно. Доброе утро, класс, и простите за опоздание. Давайте начнем. Кто-нибудь разбудите ее. Вставай! Спасибо. Наверное, какие-то фанатки. Да что это такое? Тупые девки. Какого черта здесь происходит? Ты что, тоже фанатка? Ой, да ладно, я что, так на них похожа? Пожалуйста, можно я пойду с тобой? Конечно, если ты готова доказать, что ты плохая. Парень, лучше просто свали и не порти мне тут всю атмосферу. Нет, спасибо. Ой, все, пока. Ну, как в школе? Неплохо. По-моему, она улыбнулась первый раз за год. Почему она упрямо не спит на кровати? Дорогая, вставай. Одевайся. О, да, и я решила, что не нужна тебе эта форма. Ты как? Если честно, выглядишь, как будто тебя только что отшили. Ой, да что ты можешь вообще в этом понимать? Зато ты знаешь, что я могу сделать. Ты что, нарываешься? Ты же понимаешь, что это будет не моя вина, если ты атакуешь первой и первой попробуешь ударить меня. И чтобы я твою морду здесь больше не видел. Ты как? Да так, ничего, пара царапин туда-сюда. Увидимся на уроке. А почему бы и нет? Все лучше, чем сидеть на уроке. Может, прогуляем уроки? О, переписываемся на занятиях, да? А кому какое дело? Все равно слушают учителя. Ну да. Так ты приглашаешь меня на свидание? С чего ты взяла? Взяла с твоих слов на крыше.
Да я пошутил просто. Нет, не включай заднюю. Встретимся в кафе в 8 часов. Мисс Алекс. Мисс Алекс, вы наказаны. Чёрт. И куда это ты собралась? На свидание, очевидно. И кто же этот таинственный парень? Да не-не, всё вообще не так. В общем, если ты идёшь на свидание, то тебе нужно одеться соответственно ситуации. Так и знал, она не придет. Прости, я опоздала. Да ничего. Ну, пойдем тогда. Зачем ты привел меня сюда? Ну, я же не знаю, как долго будет идти дождь, поэтому привел тебя сюда. Чуть что, я буду в соседней комнате. Ну, спасибо. Интересно, а здесь есть мини-бар? Не беспокойся. Ты будешь в порядке, моя малышка. Ты кто? Слава богу, что ты здесь. Я ее парень. Да ладно, серьезно. Чё-то никогда она мне не говорила про тебя. Кстати, готов поспорить, что она даже не знает твоего имени. И как меня зовут, Алекс? Ее хвост опустился вниз. Так, сейчас подумаю. Давай, соберись с мыслями. Алекс. Да? Давай, как мы тренировались. Знаешь, пожалуй, я ухожу. Плохая попытка. Ты пыталась сбежать, но ты моя. От любви не сбежишь. Ладно, только не трогай его больше. Договорились. Он чуть не убил его, и все это моя вина. Пожалуйста, одень вот это и поднимайся вверх по лестнице. Вы не обидите меня. Ни за что, мисс. Что-то слабо верится. Мой король. Моя королева. Ты шантажом заставил меня быть твоей подругой. Какого черта я должна быть твоей королевой? Только попробуй еще раз проявить неуважение ко мне. Она выглядит какой-то хилой. Вы уверены, что она подойдет нам? Мы не такие уж и голодные, хотя есть хочется. Хотите кусочек? Скоро она окрепнет, и мы отдадим ее вам. Как ты мог? Я должен был. Если мы не отдадим ее им, то нас убьют. Но она наша дочь. А что насчет остальной стаи? Мы погибнем, если не объединимся с ними и не отдадим дочь на съедение. Вот просто послушай себя. Мама? Папа? Вот почему вы меня бросили. Я поняла. Я прощаю вас. Ты звала? Я знала, что ты услышишь. Так, ты можешь волосы поправить? А где он? Ладно, пора перестать быть маленькой плаксой. Я прямо здесь.
Ты не можешь выиграть. Ты просто волк. А я нет. Ты зашел слишком далеко. Мои крылья! Мои рога! Как? Тебе не справиться с принцессой ангелов. У меня есть способности уничтожить любого демона в человеческом или зверином облике. Я пыталась тебе объяснить, но ты не слушал. Пойдем отсюда, пока я не прибил его. Так, а теперь самое время объяснить, почему ты еще и принцесса ангелов. Давай я просто покажу тебе. С вас обязательно лайк, если понравилась эта история, и пишите в комментариях, вдруг чего не поняли. Не забывайте подписаться на канал и жмякнуть на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Спасибо, что смотрите, и до встречи.